Майс ТВ представляет. Все самое интересное из мира Майс смотрите прямо сейчас. Друзья, вас приветствует Майс ТВ. Меня зовут Сергей Армишев. Я приглашаю вас в отель Marriott Grand, где в третий раз проходит форум Meeting Planners. За моей спиной вы видите часы, которые в эту секунду показывают ровно 0000. Можно так сказать, счет игры пока не открыт. Действительно, формат нетворкинга, формат сессии one-to-one полюбился многим профессионалам майс-индустрии. Кто посещает международные выставки, знает, что это такое. У вас есть всего 15 минут для того, чтобы, с одной стороны, представить полную информацию о вашей площадке, отеле, резорте и так далее. У стороны покупающей есть 15 минут для того, чтобы узнать все самое интересное, что может предложить ваша площадка, для того, чтобы провести, организовать там майс-события. Итак, все самое интересное в нашем дайджесте. Как это проходило в третий раз в Москве? Уже не в первый раз профессионалы индустрии майс собираются вместе не только для того, чтобы обменяться опытом и своими знаниями, но и, конечно же, представить лучшие дестинации заинтересованной публике. Напутствие от Алана – важный атрибут успеха всего форума, ведь за этими улыбками на лицах стоит продолжительная и кропотливая работа. Здравствуйте, Алан. Добро пожаловать в Москву. Мы встречаемся уже в третий раз. И выглядим буквально как родственники в майс-индустрии. Итак, что же нового в Meeting Planners 2015 в Москве? Нововведений очень много, это факт. Мы сохраняем формат мероприятия, и для нас очень важно получать обратную связь от участников события. Я также отмечу, что нововведением стала и презентация направлений, которые мы включили в Meeting Planners, а также деловая программа мероприятия помимо встреч. Я полагаю, что презентация дестинации станет новой уникальной дополнительной возможностью ознакомиться с такими направлениями, как Корея, Андалусия, Вена, Дубай. Им есть что поведать, они хотят коммуницировать, и мы даем им эту экстра возможность. А что вы думаете о майс-возможностях в России? Что нового будет в 2015-м? Это достаточно сложный вопрос, спасибо за него. Но, разумеется, я могу судить лишь о своей перспективе. Мы говорим с большим количеством организаторов мероприятий, закупщиков и поставщиков, в частности, из России. Я думаю, что не все так плохо. Разумеется, есть некоторые препятствия, политические, финансовые. Все это временные испытания. Я верю, что мы пройдем через них посредством таких мероприятий и восстановим рынок майс-услуг. Как вы видите, люди беседуют, интересуются, занимаются бизнесом и ищут новые возможности для развития. Замечательно. Хотите ли вы что-то пожелать участникам Meeting Planners? Я желаю участникам фантастически провести время, побольше нетворкинга, общения, коммуникации и налаживания новых бизнес-связей. Спасибо. Форум Meeting Planners не только знакомит закупщиков с дестинациями, а и имеет много образовательных модулей. Темы этого года – Event Management глазами батлера, этикет и протокол, презентация направлений, креативность в ивент-менеджменте. Meeting Planners Russia показал, что подобные мероприятия вызывают огромный интерес как со стороны профессиональных покупателей, так и со стороны поставщиков майс-услуг. Meeting Planners позволяет участникам пронестись вокруг света за пару дней с остановками и комфортным общением. Давайте узнаем, что же чувствуют участники. Продуктивные, могу сказать, потому что пришли люди, знающие свое дело, то есть задающие правильные вопросы и получающие грамотные ответы. Не только майс, сфера гостеприимства вообще, но майс тоже будет развивать много. И особенно в Москве. Москва один из самых интересный, я думаю, города в мире для бизнеса и особенно для будущего бизнеса. Скорее, я хотел приглашать медицинский туризм и еще бизнес-туризм. Еще исторические, много интересных достопримечательных мест есть. Приезжайте в Корею, ждем вас в Корее. Прекрасные эмоции, впечатления и отзывы. Большое спасибо организаторам за прекрасно организованную конференцию. Локация великолепная, центр Москвы. Очень хорошая вечерняя программа «Гала-динер», что было немаловажно, так как там мы смогли познакомиться со всеми участниками просто мероприятия. Прекрасная организация, все очень понравилось. Замечательный стафф, отличный персонал, который встречает, все очень улыбчивые. Очень хорошие supplierсы сегодня здесь вообще собрали в этом году, очень хороший состав. Очень конструктивные все были встречи, контакты, и для себя много почерпнула полезного нового.
креативные идеи и встретила клиентов, с которыми, надеюсь, буду работать. Мы говорим организаторам большое спасибо за пунктуальность наших партнеров и за то, что они ежедневно, ежечасно находились здесь и контролировали, чтобы все пришли, со всеми мы успели встретиться и даже встретились с теми, с кем, может быть, изначально и не были встречи запланированы. Meeting Planners Russia 2015 – это отличная возможность не только обрести новые деловые контакты, но и взглянуть на индустрию совершенно под другим углом. Это был дайджест MICE TV. Все самое интересное из мира MICE смотрите и читайте на нашем сайте micetv.ru. И помните, the world is MICE.